О, фокусируйся. Доставили. Ну как доставили? Привез на такси. Таксист помог донести до моего этажа. Ну не сказать, что прям совсем тяжко. Просто отвык от тяжести уже. 25 килограмм плюс объемисто все. Плюс соблюдением этих правил, что вот это топ вверх. То есть, значит, нельзя переворачивать. Ну, по всем правилам донес его все правильно. Сейчас буду собирать это кресло. Да, потому что хватит сидеть на вот этом вот куске непонятно чего. Жесть, просто жесть. Так вот бывает, он съедет, потом садишься и хлобысь. Не понял, показал? Нет, короче, еще раз. Так вот, ну, из него встаешь, потом не заметишь это щели, садишься и минус анус. Да, и такое бывает. Заблочился я проход в комнату, а там в комнате остался держатель для фотика. Да и хрен с ним. Это звездочка. Охренительная. Подлокотнички. Вот что меня больше всего зацепило в этом варианте кресла. Я вообще изначально другое хотел. Хотел кресло какой-то там Z, что-то там. Но там такие хлипкие подлокотнички были, что вообще ужас. Я решил, ладно, возьму чуть-чуть подороже. Ну как чуть-чуть. Аж на 6К больше, чем я рассчитывал, но не знаю, надеюсь, оно того стоит. Сейчас все выложим и строго по инструкции будем собирать. Никаких наугад, ну его нафиг. Кресло. Кресло, кресленько. Ух, погнали собирать. Так, для истории. Что-то у нас уже. Ну давай, фокусируйся. 19.26, 16 июня. Кресло вытащил из коробки. Вот оно какое. Ух, бля. Ух, бля. Что сейчас будет? Сейчас будет мега сборка. Все детали. Колесики. Что, без запаса их, что ли? Ладно, ДНС запомним. Так. А где инструкция, собственно? Инструкцию в коробку, похоже, не положили. Или она где-то из этих кресел упакована. Инструкции нет. На коробке, наверное, тоже. Ладно, в интернете поищем. Очень такой приятный момент, который меня порадовал, то что чехол съемный, но не порадовало то, что вот эти вот херовинки, они почему-то без собачек. Это минус. Но плюс то, что, блин, я вообще не думал, что он снимается, думал, вот так протирать придется. Или с дополнительный чехол покупать. Но раз он с чехолом, я только рад. Отлично, молодцы, Ракул. Так. Седалище, ух, какое жесткое, мощное, твердое, точнее не твердое, упругое, относительно мягкое, относительно упругое. Так, даже серийный номер есть, что там написано. Ну давай, фокус, фокусируйся. Мануфактурит. Захалтурено в октябре 2019-го. Как раз когда я с тромбиком слег в больницу. Будто по зову самой вселенной. Для меня, специально для меня выпустили это кресло. По-другому просто и быть не может. О, еще регулировать, оказывается, можно. От, расслабил, сделал пошире, поуже, как самому захотелось. Вообще отлично. Продолжаем собирать. Не, ну серьезно, как вот в такой вот куче разобраться без инструкции? А никак, Б никак, С никак, Д никак. Гребаное пустое ничто. Ищем инструкцию.
Так, колесики. Колесиков раз, два, три, четыре, пять. Пять штучек. Еще такие инструкции, слова. Проверьте содержимое упаковки, убедитесь в наличии следующих компонентов. Сколько из компонентов отсутствует или что в комплекте. Блин, это еще и такое может быть, что ли? Ну, звездец, поставщики. Так. Сейчас-то все тщательно перепроверить придется. И уже только потом собирать. Сектор Айс, спасибо тебе, чувак. Тоже зайдите, поставьте ему лайк. Один из немногих, кто взял и нормально рассказал, показал, как собирать кресло. То я, блин, я сейчас запутался во всех этих болтиках, шурупиках. Короче, гаечный ключ вот так лежит. Да, способ для блондинок. Берем отсюда и отсюда. Создаем вот такое вот. Сначала... Я забыл, как это называется. Короче, вам надеюсь, видно. И берем, прикручиваем это к креслу. Точнее, спинку кресла к седальной части. Понеслась. О, кресло-то понежнее. Тяжелое какое. Мощное. Сначала он говорит к нижней части, а потом к верхней. Наживить, а потом закрепить. Погнали. Ну вот как-то так оно присобачивается. Приконечили одну сторону, сейчас другую сторону приделаем. Так, ну вот как-то так. Сейчас подтянем эти болты, чтобы кресло не болталось. Здесь, надеюсь, ровно все сделалось. По-моему, нихуя не ровно. Что это, сборка кривая, что ли? Кресло бракованное. Сейчас посмотрим. Так. Вроде бы вот так оно более-менее ровно стоит. Поправил, расслабил. Сейчас надо аккуратно затянуть. А потом вот эти болтики, пластмассовые панельки защитные поставить. Поехали. Так, ну что, приступим к днищу теперь. Так, значит, шестигранник вот так. Вот эти болты берем. Готово. Прикручено все вроде правильно. Фронт туда идет. Далее идут колеса. Колеса у нас колесы. Ну давай, эффектный кадр, не подводи меня, ёперный ты театр. Неужели нельзя было открыть сразу самому? Дубль 2. Звуки топовые просто. Жестко идет. Надо будет раскатать еще. Ну, вставляем вот в этого паука колеса. Паук готов. Дальше, наверное, втулкой будем заниматься. Блин, вот как без инструкции эту херовину собирать? Динамит чертов. Как ты молотого. Еще раз спасибо сектору Айсу. Я вот сколько ломал голову, так не мог сообразить, нахера вот эти болтики. Это запаска, оказывается. Значит, так. Инструмент вот так. Ага, и здесь запаска. Так, ну а дальше, ну что, просто одно в другое вставляется. Без особых усилий и сложностей. И самому надо будет садиться на этот стул. Сейчас он то отверстие ставим вот сюда. И сядем. Ой, страшно. Так, кресло почти готово. И оно просто охренеть, какое высокое. Я 180 кресло. У меня что, коленка болит при сгибании и попытке присесть. В общем, в полный рост из кресла вытянуть. Ногами даже практически не достаю до пола. Так, немного опустим. Кресло. Вот это резкие внезапности, они меня очень раздражают. Кресло, будь, давай, давай договоримся, ты будешь понежнее это делать. Короче, что-то здесь не так. В магазине на образце, на экспериментальном, я смотрел, там
ты ее нагинаешь этот рычаг, слегка трогаешь, и он тут же реагирует. Здесь воздух, чувствуется, спустился, и все. И тебе надо качнуться, но резко падает. В общем, я что-то не очень доволен таким итогом. Отгинать кресло можно прям почти на 180 градусов, но я боюсь это делать, потому что я в магазине-то чуть не грохнулся. Главное, консультант, ну консультант, правда, пузатый был, ему повезло. Он откинулся, ему нормально, его брюхо, как там правильно сказать-то, балансировало брюхо. Ему повезло в этом плане. А у меня брюха уже нету, к сожалению. У меня же стомах весь такой спортивный. Вон, слышали? Пшикнуло. Сейчас опустило, опустилось. Сейчас еще раз. И нифига. Вот начинаем дрыгаться на нем. Оно начинает... Ай. Не. Ну, я думаю, надо разработать, потому что экземпляр, который был в магазине... Ой. Ой, я забыл эту херню здесь. Экземпляр, который был в магазине... Работал вообще очень хорошо и исправно. Так, ну-ка, откинемся. Рычаг-то где? Чё, страшно как-то. Бля, тут реально, реально страшновато становится. Но я рад, что в принципе можно так откидываться. Можно будет на диван направить спинку. Будет вообще отлично. Я считаю, покупка очень даже хороша. Самое главное, если будете собирать, не забудьте потом патрон этот надеть. Кстати, где он? А вот. А я без патрона надел. В итоге потом думаю, как вытащить стул. Нашел в интернете способ очень какой интересный. Мужик просто берет, хватается вот за крестовину, а сюда по четырем местам ударяет молотком этим деревянным. Но я решил взять, перевернул стол, начал ударять кулаком легонько по разным сторонам. Как он свободно вышло, мне в итоге вот этой херовины в челюсть долбануло. Не знаю, будет след, не будет завтра. Посмотрим. В общем, я завершаю сборку. Все, разобрался, надо было просто... Там, короче, локер есть. Надо будет с ним еще поиграться. Так. А сам стол удобен даже без этих подушек. Но подушку я все равно сейчас надену. В общем, кресло просто преобалденнейшее. Можно и... Самим креслом откидываться назад, можно заблокировать эту возможность, но при этом взять и как в машине откинуть спинку назад. Но на 180 откидывается и не падает. Это просто обалденно. Стол немного отодвину потом, чтобы он отместил сюда, потому что ни хрена не помещается. Или хватит напоминать мне. Так, он пошел мыться и дрыхать. Ну, как-то так в итоге. Я посидел, в целом доволен. Ну, шкаф, естественно, буду убирать вообще. В том уголке будет стол, шкаф, шкафополки, стол, еще стол. И где-то здесь будет стул. И, естественно, откидываться на нем будет гораздо удобнее и приятнее. В целом, не жалею, что купил. Единственное, что косяк, это то, что... Инструкцию в ДНС почему-то не положили в коробку. И второй момент, что там ценники были скошены. Один ценник на другом стуле был. И короче, я вижу, внешне вроде похож на тот стул, что я смотрел за 16. Но опознался. В итоге оказалось, что он за 19. Вот такие дела. В целом, ну, более-менее сойдет. Да, ну единственный, конечно... Косяк в этом кресле, то что жопа очень потеет, пришлось, жарко, материал воздуха непроницаемый, похоже, не дышащий. Пришлось полотенце настелить, чтобы сильно не припекало. Так, в целом за пару дней использования еще уже поскрипывает. О, слышите?
Надеюсь, не рухнет. Я вчера с него грохнулся. Спинка отгинается назад. Отгинается до 180 градусов. Отогнул ее. Лежу, ну что-то нормально. А что равновесие держит? Раз, еще ноги на стол положил. Хуяка, минус равновесие. Все. Завалился назад. Ну хорошо, что оно мягкое. Не ударился. Так. В целом доволен покупкой. Можно было цену, конечно, не надевать такую высокую. Она все-таки не стоит 20 тысяч. Я считаю. Ну, 15 ему красная цена. Но за 15 там было так себе кресло. В целом покупка ничего так. Но лучше, конечно, накопить и купить какое-нибудь более дорогое кресло. С вибромассажером, например. Ну, не знаю. С пультом управления какой-нибудь сразу. 1060 взять. А не размениваться на мелочь. Но у меня стул увидели какой, так что выбора особо не было. Пришлось взять то, что то, на что пока что позволяли средства. Чем богаты, тем и рады. Как-то так. Стоит ли ее покупать? Решайте сами. Плюсов-минусов хватает. Один из минусов, то что цена, как мне кажется, ну, немного завышена.